Всем привет, ребята, на канале Мишагрин. И сегодня мы будем ехать во Владимир. Конечно же, маски нужны и перчатки. Вот такой вот у нас рюкзак. Ну что, Тучка, пока. К сожалению, мы не сможем тебя взять. Ну что? Ну что ж, мы подъезжаем к Курскому вокзалу. Нас ждет через Владимир. Поезд у нас будет стриж, который будет отчаливать в 2 часа дня. Сейчас здесь встанем быстренько. Мы приехали. Какой-то был дурдом в советское время. Господи. Курская, Владимир. Да, я не знаю. Электропоезд на станции Балашиха отправится в 12 часов 27 минут. Из 8-го тупика электропоезд проследует со всеми остановками. Вот и в поезде. Такое вот кресло. Вагон 17. Ну, если есть, она ее сдает. Так. Ну, он может положить. Я думаю, мы у столика сидим. И не на бокс, на КПР. Вначале он пил. Так, тут такие наушники дают. Это там инструкция. Стриж. Москва, Нижний Новгород. Там. Тут остановка у нас Владимир, правда. Все, поехали. В крайнем случае съезд. Ничего страшного. Все. У меня гигиенный констат. Ну все, поехали. Ёжик. На ощупь на Сашку похожа. Это жалко, что мы выбрали вагоны без еды. Но хотя у нас тоже есть еда, но немножко. А я так бульбочку с котлеты хотел. Ну да ладно уже, больно надо. Сегодня я Сашке позвонила. Тут какое-то кино идет советское. И не советский, говорит, мы хотим взять все на державе. Ну не важно. Пуска. Ехать Сашка полтора часа. Очень хороший парень, но... Уже больше 20 минут едем. Уже вышли за пределы Москвы. И сейчас поезд будет разгоняться до 200 километров. Повышенная комфортность. Скажу. Девочка, при ней слюны идет. Она полностью полная. Она лежала в больнице, конечно, но что ж такое рассказывает. Да. Мне хотелось авторизоваться. А мальчишка не автомат? Так как есть бесплатный Wi-Fi. Сейчас он. Ну то есть без пароля. Девочка на сезон. Но нет. Но она, тем не менее, держаться человек. Не получилось. Может, он на нее готов маленький. Он перестал принимать. Удобно сидеть за таким вот. Согласно исследованию, Владимир основал сам Владимир Мономах, его наследник Юрий Долгорукий, который основал Москву, а дальше идет Боголюбский, святой человек. Ну, на стриже это как остановка, но... В общем, конечная остановка Нижний Новгород, а Нижний Новгород нам не нужен. И, конечно, всегда должен быть туалет. Вот уже занято. Двери автоматически закрывают. Вот уже 135 километров в час. Температура 27. Вагон 17. 9 августа 2020 год. Скорее, это вообще кончено. Я знаю, что она такая смешная. Что у тебя упало? Можно сказать, что поезд стриж был слишком уж скоростным. Ну а мы почти приехали, дорогие друзья. Вот мы уже приехали в Владимир. Мы уже подъезжаем. Время стоянки составит 3 минуты. Мы приехали во Владимир. Вот такой вот вокзал снаружи.
Вот мы приехали в такую вот гостиницу, вот такой вот стильный домик. Сейчас мы пойдем в ресторан после стрижа. А вот они. Это часовня какая-то. Это не сейчас мы находимся в таком вот парке. Мы пришли из Успенского собора. Если честно, то очень быстро доехали на поезде стриж. Да, мы поняли, что мы его... Во Владимир. В общем, мы погулялись по всему Владимиру почти. Почти по всему Владимиру. Сейчас мы в Пятерочке за покупками идем. Тут, кстати, дождь есть. И рот. Вот только что вот мы приехали. Точнее, пришли в номер. Вот такой вот наш номер. Закат. Закончился. Телевизор есть. Три стула. Какой древний сундук. Настя, вытащила. Вот такой вот у нас умывальник. И вот такой вот вид из окна. В общем, это был денек в городе Владимир. Если вам понравилось это видео, то обязательно подписывайтесь на канал Миша Грин, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, и тогда вы никогда не будете пропускать новых видео. А сейчас я передаю привет моему постоянному подписчику Николаю, который постоянно пишет комментарий. Да. Ну все, ждите следующего видео. До свидания.